Свята, ты набрала 2 кило лишнего веса. И наш тренер по гимнастике сказал, что тебе срочно нужно садиться на диету. Здоровое питание сейчас является мировым трендом. Даже YouTube это поддерживает. В общем, мама вчера была в магазине, и вместо нездоровых продуктов и сладостей, которые ты так любишь, она купила всю вот эту вот вкуснятину. И в качестве бонуса ей дали вот такую вот тарелку, которая сделана из экологически чистых материалов. Из нее ты будешь есть все вот это. Спасибо за тарелку. Ну что ж, начнем поглощать эту вкуснятину. На вкус это очень питательно. Только что вспомнила, что у меня есть важные дела. Куда ты собралась? Мы только что сели за стол. Я пообещала маме, что прослежу, как мы обедаем здоровой пищей. Ну, в общем, я не доделала домашнее задание. Но в любом случае мне надо идти. Я даю это в своей комнате. Увидимся позже. Ну ладно, иди. Скажу маме, что мы хорошо пообедали. Супер! Вау! Неужели это правда? Как эта тарелка смогла превратить невкусную еду в то, что я люблю больше всех на свете? Нужно это проверить. Ага! Отлично! Сработало! Я не могу в это поверить! Но Яре и маме я об этом ничего не скажу. Свято! Время десерта! Я делаю вкусный коктейль! Да-да, Яра, я уже иду! А вот и твоя порция, Свята. Нет, подожди, я бы хотела взять свой коктейль на тарелку. Ты хочешь выпить коктейль из своей тарелки? Странное желание. Да. Хорошо, тогда я выпью этот коктейль, а ты сама себе нальешь свою тарелку. Самое классное смузи, которое можно только придумать. Он мне тоже очень понравился. Свята, иди скорее кушать. Ужин готов. Да-да, Яра, я с нетерпением жду здоровый ужин.
Свята, ты целый день носишься с этой тарелкой. Давай ее положим в посудомоечную машину. Нет, все в порядке. Тарелка в отличном состоянии. На ней было много продуктов. По крайней мере, это не гигиенично. Дай мне, я ее помою. Яра, я хочу есть из этой тарелки. Отдай мне ее. Мама меня отругает за непорядок. Я должна ее помыть. Нет, не должна. Ты этого не сделаешь. Сделаю. Не сделаешь. Сделаю. Не сделаешь. Сделаю. Ладно? Ладно. Света, такая упрямая, с тобой спорить бесполезно. Спасибо. Яр, неужели ты правда думаешь, что тарелка такая грязная? Я принесу тебе новую тарелку. Святослава и наше новое видео «Волшебная тарелка». Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также не забывайте делиться этим видео в своих социальных сетях. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока!